сообщение «Путь здоровью». Речь Народного комиссара здравоохранения товарища Семашко. И где может быть невежество не приносит так много вреда, как в заботах о здоровье своем и других. Как в известной басне, медведь хотел удружить своему спящему приятелю и так согнал ему камнем муху со лба, что раскроил череп, так точно может удружить себе и другим темный невежественный человек. Отчего у нас мрут ежегодно миллионами малютки, особенно среди крестьян? От того, что темные, несознательные матери не знают, как правильно кормить ребенка, слушают глупую бабку, отравляют детей жвачкой, лечат от грызи всякими вредными снадобьями от знахарки. И гуляет детский поносик по деревням, мрут от него малютки, в гуще становится лес крестиков на деревенских кладбищах. Отчего у нас, особенно по деревням, так распространен сифилис? Потому что не знает темный народ, как остеречься от заражения, и заражается в некоторых местах чуть не поголовно. А заразившись, не знает, как правильно лечиться. Слушают всякого шарлатана и спекулянта, набивающегося на чужом несчастье, тратят понапрасно время, средства, а главное здоровье. И гуляет сифилис среди темного населения, разрушает здоровье не только самих больных, но тяготеет проклятием на всем потомстве, потому что от больных родителей рождаются больные, хилые дети. Почему свирепствует у нас заразные болезни, как цепной тиф? Потому что в грязи, в темноте, в овцах живет еще добрая часть населения. Где воз, там и сыпняк. Он передается только вовсю. И не переводится у нас заразу сыпняка, особенно в деревнях. Так во всем. Невежество и болезнь, родные сестры. Подружку они гуляют у нас, вырывая миллионы жертв ежегодно, вместе и уйдут от нас. Товарищи, читайте книжки, листовки, в которых сказано, как заботиться о здоровье, как ухаживать за детьми, как предохранить себя от заразы, как ухаживать за больными, чтобы им помочь, а не повредить. Обращайтесь чаще к докторам, в больницы, на пункты, не запускайте болезнь. Помните, товарищи, что жизнь дороже жизни и здоровья у человека нет и не может быть ничего.